На улице Астраханская идет строительство многоквартирного жилого дома. Территория огорожена забором из листов металлопрофиля, который украшен баннерами с желтыми тюльпанами. Анапчане оценили яркое оформление ограждения. Красиво, очень даже красиво, приятно проходить, светленький. Скоро уже как бы у нас холода будут, но приятно смотреть. То, что цветы. Хорошо, потому что закрыта вся эта стройка, и поэтому радует глаз. Такое ограждение в ненастную погоду будет радовать анапчан и гостей курорта. Стройки, которые всегда создавали серый облик Анапы, теперь наоборот станут яркими акцентами на улицах города. Жители не только оценили цветочное оформление, но и предложили свои варианты. Ну, как весна, ну, праздничная, лучше, чем всякие буквы вот эти вот рисуют. Ну, это нормально, конечно, украшает город. Вот если желтые тюльпанчики, это нормально, если граффити, это ужасно. Главное, чтобы ограда была, чтобы дети не залезли туда. Сейчас, видимо, и возможностей больше. Вот. Но тогда такого не было. Назначение ограждения – это прежде всего безопасность. Специалисты управления муниципального контроля ежедневно проводят мониторинг стройплощадок. Подробно проинформировали застройщиков, подрядчиков о нововведении. В скором времени все ограждения на стройках курорта должны быть оформлены баннерами с цветочными композициями.